So what I'm really proposing to you. Я хотел бы предложить вам. That this softening is the basis for optimal performance. Что смягчение есть основа для оптимального функционирования. That we want to get beyond thinking of it as just a. Что мы хотим зайти за границы того, чтобы думать об этом как о чем-то, что нас выворачивает. But thinking of it as the softening that allows this. Но думать о том, что мы смягчаем, и это помогает нам. This higher dimension of consciousness to begin to occur. Начинать воспринимать высшие порядки сознания. So that we still have everything we have at the classical level. Чтобы у нас было все то, что у нас есть на классическом уровне. But we have something in addition. Но и чтобы у нас было что-то еще. So I want to start with just a simple little group process. Я хочу начать с маленького, простого группового процесса. This is a training process that you can do. Это обычный тренинговый процесс, вы можете тоже его применять. I teach it to clients as an anti-anxiety technique. Я обучаю этому клиентов как технике избавления от нервозности. Because we think of each of these states, anxiety, depression. Потому что мы думаем про эти состояния, про нервозность, про депрессию. Lack of confidence. Про нехватку уверенности. As something you're constructing. Как про что-то, что вы создаете. Well, anxiety may feel like it's just happening to you. Хотя нервозность может быть может восприниматься вами как будто это что-то, что с вами случилось. It's not. На самом деле это не так. So what do you have to do in order to feel anxious? Что нужно сделать для того, чтобы почувствовать, что вы нервничаете или взволнованы? What sort of somatic happening? Какого рода соматика должна происходить? Can you show me and does everybody get into an anxious position for a moment? Можете на мгновение вот все зайти в состояние такой нервозности, взволнованности, тревоги? Many of you don't have to change anything. Многим из вас не нужно ничего менять. Show me what anxiety looks like. Покажите мне тревогу. Тревогу покажите. Now, tune into anxiety. What do you need to do with your eyes? Для того, чтобы настроиться на тревогу, что нужно было сделать с глазами? What kind of tension, level of tension do you need to have? Какого рода уровень напряжения должен быть в глазах? Soft. Мягкие, расслабленные? Hard, right? Зажатые, да? Жесткие. Step into it again. Теперь в это состояние зайдите еще раз снова. What kind of movements какого рода движения do you need to make with your eyes in order to stay anxious? Нужно делать глазами для того, чтобы чувствовать себя тревожно. A lot of arrhythmic movement, right? Такие мелкие ритмические движения. Да? So tense, зажатые, arrhythmic, неритмичные движения, focal, сфокусировано. So whenever you want to get anxious, то есть если вы захотите тревожиться, this is a good technique for you. То это вам поможет. So it's pretty surefire. Это наверняка сработает. So when you go home, когда возвращаетесь домой, and people say, what did you learn? И люди вас будут спрашивать, ну чему ты там научился? In addition to this, кроме вот этого, you can say, вы можете сказать, I learned how to get anxious anytime I want to. Я научился тревожиться в любой момент, когда пожелаю. So while we're on the topic of constructing states, и пока мы все еще держим состояние конструирования идею конструирования наших состояний, what would be the way to release anxiety? Каким способом вы сможете избавиться от тревоги? So if you find yourself anxious, если вы обнаруживаете, что вы встревожены, what could you do? Relax. To shift. Для того, что вы можете сделать для того, чтобы перейти в другое состояние. So I'm going to just guide you through something I call three-point attention. Я продемонстрирую вам и проведу вас через процесс, который я называю внимание на три точки. And remember, I'm not hypnotizing you. И помните, я вас не гипнотизирую. You're not a passive person being controlled by me. Вы не пассивный человек, который попадает под мой контроль. This is your own experiment. Это ваш эксперимент. I'll give you some general coaching suggestions. Я предложу вам некоторые коучинговые рекомендации. But it's your experiment. Но опыт, эксперимент ваш. Okay. So first thing
get a good posture. Прежде всего, как сядьте как следует. By that we mean uncrossed legs, uncrossed arms. Расплетите скрещенные руки и ноги, если они у вас таковы. Reasonably straight. В разумных пределах выпрямитесь. Okay. One in which you can relax. Так, чтобы вы смогли сидеть ровно, но расслабленно. Okay. So и расслабленно. Your posture is a tuning fork. Ваша осанка – это уже тоже работа по настройке. If your posture is like this, если ваша осанка вот такова, do you think you'll be able to feel confident? Как вы считаете, сможете почувствовать себя уверенным? This is a transduction frequency system. Это система трансдукции частоты, передачи частоты. And depending on how your posture is, в зависимости от того, как вы настроитесь с собой, you're tuning certain states of consciousness. Вы настраиваетесь на определенное состояние сознания. So to do something generative, we first want to decondition. Для того, чтобы делать что-то генеративное, нам нужно прежде всего снять условия. We want to unbind. Мы хотим развязать зажимы. We want to deconstruct. Мы хотим деконструировать. So, good posture, straight spine. Хорошая осанка, ровный позвоночник. Let your hands be resting. Руки отдыхают на бедрах. You can do it with your eyes open or closed. Ваши глаза могут быть открытыми или закрытыми. One of the general guidelines in meditation. Одно из основных рекомендаций в медитации. If you're too sleepy, если вы слишком сонливы, lift your eyes, lift your gaze, and extend it further. Поднимите веки, поднимите взгляд и протяните его вперед. If you're too anxious, если вы слишком взволнованы, слишком встревожены, bring your gaze in, lower your eyes. Взгляд вниз опустите. You can just experiment with where your eyes focus. Можете поэкспериментировать с тем, куда вы направляете свой взор. That's one of the ways that you attune your state of consciousness. Как один из способов, где которыми вы настраиваете свое состояние сознания. And then, as we've done, just take a few moments just to do a general settling in, settling down. И на пару мгновений мы делаем то, что мы уже делали, обычное успокоение и укрепление. I hope that you can find a way that you can use 20 or 30 times a day. Я надеюсь, что вы сможете найти способ, которым вы будете пользоваться 20-30 раз в день. Anytime, любое anywhere. Время. Где угодно. To just settle down. Поэтому просто успокойтесь. To release the performance machine. Для того, чтобы немножко выпустить ту машину, нацеленную на результат из вас. One of the major shifts is you're shifting from thinking. Основной сдвиг происходит, когда вы переключаетесь от мышления. To really concentrating on tracking the breath going through your body. Как к концентрации и отслеживанию того, как вздох проходит насквозь через ваше тело. Let the breath lead your mind. Позвольте дыханию увлечь ваш разум. If you were out, at the beach, если вы на пляже, if you were surfing, или если бы вы занимались серфингом, you would just be looking to catch the wave. Вы бы ловили волну. You wouldn't be trying to control the wave. Вы бы не пытались контролировать волну. Just be interested in finding the rhythm of the wave. Вам было бы просто интересно найти ритм волн. And being able to join with it. Иметь возможность соединиться с ними. And let it take you for a ride. И позволить ей увлечь вас на прогулку. This is just a simple way to start to decondition your consciousness. Это простой способ снимать условия, которые наложены на ваше сознание. Release it from neuromuscular lock. Расслабить его от нейромускульных зажимов. Once you have that simple settling in, и когда вы успокоились, sense if there's an intention that you would like to set for yourself today. Выберите то намерение, которое вы бы хотели, на которое вы бы хотели настроить себя сегодня. So during this day, what I would like to create or experience for myself. В течение этого дня я бы хотел создать или настроить себя. Is what? На что-то. As we've been talking about. И как мы уже говорили. Just hold the question and see what's there. Просто поддержите вопрос и посмотрите, что придет. See if you can learn the difference between trying to think.
Найдите разницу, посмотрите, как у вас это получится. Найти разницу между попыткой думать и созданием условий для того, чтобы держать вопрос. Что я бы хотел сегодня для себя создать или ощутить? И посмотрите, что будет. So that having experienced or done that by the end of the day would allow you a great sense of satisfaction. Так, чтобы когда вы это получите, прожив это в конце дня, вы могли ощутить отличное чувство удовлетворения. A really great sense of that was a great day. Прекрасное чувство того, что прошел замечательный день. It starts with you setting meaningful goals for yourself. И он начался с того, что вы устанавливаете значимые цели для себя. Для того, чтобы установить значимые цели, провалитесь в тело. Почувствуйте ритм дыхания. Hold the question. Держите вопрос. And notice what's there. И отметьте, что будет. And once you have a sense of a positive intention, и когда у вас есть ощущение позитивного намерения, it should be very, very simple. Вам должно быть очень просто. Your goals really can't be complicated. Цели не могут быть не слишком сложными. It would create too much static. Они создают слишком много статического напряжения. Always let your basic goals be simple and positive. Позволяйте всегда своему фундаменту быть очень простым, очень легким и позитивным. And there's the question of how to create a state that will allow you to realize that goal. И есть вопрос, как создать состояние, которое поможет вам реализовать эту цель. And here's where our method of three-point attention can be helpful. И вот здесь наш метод внимания на три точки может быть полезен. And the three points of attention refer to three points of perceptual focus. Внимание на три точки ссылается на три точки восприятия, фокус на трех точках восприятия. As you continue to track your breathing, продолжая отслеживать свое дыхание, and as much as possible, relax your chest. Насколько это возможно, расслабьте грудную клетку. Just like if you were sleeping at night. Как будто вы спите ночью. Your breath does just fine while you're sleeping. Вы дышите совершенно спокойно, когда вы спите. You probably notice how easy and deep it can be. И вы можете заметить, насколько глубоким и легким оно может быть. So the first two ваше дыхание. Points of attention. Первые две точки внимания. Are your two hands. Это ваши две руки. So let yourself feel your awareness dropping into your hands. Позвольте себе ощутить, как ваше осознание проваливается к двум рукам. And just begin to tune your awareness. И начните настраивать свое внимание. So that you can feel both hands. Чтобы вы смогли почувствовать обе руки. Equally. And simultaneously. Равномерно и равнозначно. See if you can feel the presence in your hands and also see them. Чтобы вы могли почувствовать свое присутствие в руках и увидеть их также. Sense them in space. Ощутите их в пространстве. If you can feel very relaxed. Если вы можете чувствовать себя очень расслабленным. Subtle awareness in your hands. Ощущая тонкое сознание в своих руках. You can experiment if you'd like. Trying it with your eyes open. Вы можете поэкспериментировать, если хотите, открыв глаза или закрыв глаза. You could shift gently back and forth. Shift gently back and forth. И мягко подвигайтесь туда и назад. So what do you need to do? Что же вам нужно сделать? In order to allow your attentional awareness to drop. Для того, чтобы позволить своему осознанию своего внимания провалиться туда. And feel and open.
to the two points of your hand. И почувствовать, как оно открылось на две точки на ваших руках. Your conscious mind at first might think, well, that's impossible. Ваше сознательное сперва может подумать, что это же невозможно. Probably can know it. It's just a simple way of making sure that you release focal attention. Но вы, наверное, можете отметить, что это замечательный способ для того, чтобы расслабить сфокусированное внимание. You begin to require peripheral awareness. И вы начинаете создавать периферийное сознание. And let your awareness drop. Позволяя ему проваливаться. Into the hands. В руки. Relax your forehead. Расслабляя лоб. Relax your neck. Расслабляя шею. Relax your shoulders. Расслабляя плечи. But really concentrate without tension. Концентрируйтесь без напряжения. On the two hands simultaneously and equally. На двух руках равномерно и равнозначно. You might feel from those two points that your attention opens and radiates. Вы можете почувствовать, что из этих точек ваше внимание открывается и простирается. A locking, convergent attention. You want an opening, soft widening. И вы хотите, чтобы ваше внимание не было сфокусированным и напряженным, наоборот, чтобы оно было мягким и открытым. So you can feel the space beyond your hands. Чтобы вы смогли почувствовать место между вашими руками. And simply opening your peripheral field. Попросту открывая свое периферийное поле, sensing your two hands. Ощущая свои две руки. Those are the first two points. Это первые две точки. You may notice as you concentrate on those, и вы можете отметить, что когда вы концентрируетесь на них, and relax into those, когда вы расслабляетесь, your internal dialogue necessarily changes. Ваш внутренний диалог необходимо изменяется. That your way of sensing things changes. Потому что ваш способ ощущения вещей меняется. Just adjusting to a different perceptual strategy. Вы просто подстраиваетесь под другую стратегию восприятия. Dropping, widening. Проваливаясь вниз, раскрываясь шире, открываясь. Once you get those two points, удерживая две точки, you could add the third point of attention. Вы можете добавить третью точку внимания. And the third point of attention would be a triangle completion. Третья точка внимания будет завершать треугольник. So it'd either be an imaginary point out in front of you. Это может быть либо воображаемая точка перед вами. You see what you can do to concentrate and sense an imaginary point vibrating in front of you. И вы можете подумать, что вам нужно для того, чтобы сконцентрироваться и ощутить воображаемую точку перед собой. And add it to the two points, so you sense three points. И добавить ее к уже имеющимся двум точкам, чтобы вы ощущали все три точки. How do you concentrate on three points? Как можно концентрироваться на трех точках? Simultaneously. Одновременно. And equally. И равнозначно. Drop. Проваливайтесь. Relax. Расслабляйтесь. Concentrate. Концентрируйтесь. You may notice that the concentration on the three points. Вы можете отметить, что концентрация на трех точках adds a certain type of discipline. Добавляет определенного рода дисциплинированность. И ваше осознанное внимание не просто плывет по течению. Вы настраиваетесь на три точки. Relaxing, расслабляясь, opening, открываясь, expanding, расширяясь, concentrating. Концентрируясь. This is an attentional skill. Это навык внимания. How to focus, ground. Создать фокус, укрепиться, open. Открыться. Once you sense the three points,
И когда вы ощущаете три точки, making those three points your primary attentional commitment. Сделайте эти три точки основными, куда направлено ваше внимание. You may notice if you start to think with internal dialogue, you have to leave the three points. Вы можете отметить, что если вам приходится думать с помощью внутреннего диалога, то вам придется покинуть три точки. Just bring the concentration back. Поэтому просто верните концентрацию назад, so you can release the internal dialogue. Чтобы вы смогли освободить и выпустить внутренний диалог. Once you have that sense of resonating with the triangle. Когда у вас вы ощущаете резонанс с треугольником, you might feel the inside of the triangle, the inner space. Вы можете почувствовать внутренности треугольника, его внутреннее пространство. It's an open space. Оно открытое. Sort of an open gateway. Как будто это открытые врата. Sort of like a soft quantum opening. Мягкое квантовое открытие. Then you can let your intention come back into your awareness. И затем можете позволить своему намерению возвращаться в свое осознание. Again, now you have a new challenge in your concentration. И у вас возникает новая задача в ходе концентрации. How to hold an intention. Как удерживать намерение within the three points of attention. В рамках трех точек внимания. Give it your deepest, deepest commitment. Пускай это будет вашим глубоким обещанием. All of your attention. Что все ваше внимание. Three points. Три точки, мягкость. No tension. Никакого напряжения. Holding a clear intention. Удерживая четкое намерение. Aware. Быть осознанным. No tension. Без напряжения. And then once you do that, и после этого, you could let that opening within the triangle. Вы можете позволить себе открыться внутри треугольника. Ask your creative unconscious mind. Попросить свой творческий бессознательный разум. Begin to release and send through that channel. Начать выпускаться и проходить через этот канал. Any resources? Выпуская ресурсы. Any experiences? Любые виды опыта. That will allow you to be guided to the achievement of that goal. Которые позволят вам подойти к достижению вашей цели. Your responsibility is not to think. Помните, что ваша ответственность не думать. To learn how to give your attention. А учиться, как отдавать свое внимание. Without any tension. Без какого-либо напряжения. To the three points. На три точки. Relaxed. Расслабленно. To the intention. На намерение. Relaxed. Расслабленно. Into inviting a flow through the triangle. Приглашая поток течь насквозь через треугольник. Nothing to do in the body except relaxation. Ничего не нужно делать в теле, кроме расслабления. Nothing to cling to in the mind. Ничего не нужно очищать в мозгу. Just like those waves in the ocean. Как будто это океанские волны. Some of the beautiful experiential waves. Чудесные волны вашего опыта. And it can flow through that open channel. Который может течь насквозь через открытый вами канал. Giving you the creative unconscious. Resources. Давая вам ресурсы творческого бессознательного. To realize that intention today. Понимая, что это за намерение сегодня.
и реализуя ее. И на пару мгновений you can sense it's a balance. Вы можете ощутить баланс deep relaxation. Глубокого расслабления and complete concentration. И полной концентрации. Deep relaxation. Глубокого расслабления and complete concentration. И полной концентрации. In order to let something deeper flow. Для того, чтобы позволить чему-то более глубокому течь через вас. You've got a little bit of an experiential sense of that. И когда вы ощутили это в своем опыте немного, you can find a way to gently thank yourself. Вы можете найти способ, как мягко поблагодарить себя. Let yourself know, good job. Позволить себе знать, что вы молодец. To let yourself thank whatever presences you begin to sense are trying to help you. Позволить себе поблагодарить тех сущностей, которые вы начали ощущать и которые начали вам помогать. And are trying to help you. Которые стараются вам помочь. Enjoy and develop a really good life. Получая удовольствие и создавая чудесную жизнь. You could say in that way, спасибо. Вы можете сказать этой волне спасибо any language, she. На любом языке. Thank you, sure. Merci. Gracias. Ukrainian. Дякую. That's right. Вот так. Let me just find a gentle way to draw closure to that. И я бы нашел мягкий способ, как подвести это к завершению. Structure of your attention. Вы создаете свою реальность через структуру вашего внимания. And the core intention you hold. И ключевого намерения, которое вы в нем удерживаете. You take responsibility for that, and you'll be a free person. Если вы возьмете на себя ответственность за то, чтобы это делать, вы будете свободным человеком.